вход через, так сказать, да, позицию, так сказать, да, 7 звезд. То есть мы все время, так сказать, да, выставим, так сказать, практически, да, всем пиши. То есть, если мы берем, так сказать, некие, да, соответствия, так сказать, да, по кулачным методам. И вход, когда у нас будет, так сказать, да, прерывание, так сказать, да, с левым, с левосторонним, так сказать, да, шагом, который устремляется прежде всего как защита, так сказать, да, в атаке, так сказать, да, по отношению, так сказать, да, к правому плечу слева, так сказать, да, на входе. Вот, вот здесь, так сказать, да, будет. При том, что, так сказать, да, по достижению это всегда, так сказать, да, может быть, так сказать, да, вариант, так сказать, да, длинного с одной стороны кулака, но у нас идет вход через запястье. Контроль локтя и вход, так сказать, да, плечо, чтобы, так сказать, дальше, так сказать, да, было достижение уже, так сказать, да, с правой руки. То есть действие в том числе обманное, потому что, так сказать, да, по-разному может быть. Но основная сейчас задача, как мы должны, так сказать, зайти. То есть вход по левую сторону и тут же идет собирание, скручивание, так сказать, да, всего корпуса, так сказать, да, вправо. И уже после того, как мы выставили, упираясь, сохраняя при этом дистанцию, да, так сказать, да, дальше здесь, так сказать, да, будет атака, да, атака будет справа, да, достижение. Так, это первое.